театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича премьера долгожданного спектакля «Наследники Рабурдена». Сюжетная линия выстраивается вокруг тщеславного и изворотливого пожилого буржуа, который потерял все свое состояние до последнего су. Главную роль играет ведущий мастер сцены Игорь Бурак. Каждому персонажу стараюсь дать что-то от себя. Ну, помимо того, что я создаю какой-то образ. Опять же, не буду раскрывать секретов. Пускай лучше зритель придет и все сам увидит. Комедия-фарс. Я думаю, что все получат удовольствие. Мы на это надеемся, мы ради этого работаем. Родственники Рабурдена считают, что дядюшка слаб здоровьем и сказочно богат, поэтому обхаживают его в надежде получить наследство и уже начинают делить несуществующие деньги. С трудностями помогает лишь одна крестница Шарлотта. Наш актер вообще самый замечательный. Играют классно, спектакль хороший. Стараемся ходить. Очень талантливые прям актеры. Играют, если учесть, что премьера, как правило, но они волнуются первый раз. Проигрывать спектакль, бывают какие-то ошибки, но здесь прям просто молодцы, нам очень нравится. Мы из города Нарофоминска, Московской области. Мы вот приехали и нас пригласили посмотреть ваш спектакль. Хорошая игра актеров, декорации интересные, сюжет вечный. Частью декорации становится репродукция картины фламандского художника Франца Снейдерса «Птичий концерт». Ведь наследники Рабурдена, словно хищные пернатые, слетаются в родовое гнездо. Жажда наживы превращает их в соперников, люто ненавидящих друг друга. При этом акцент не столько на внутренних переживаниях героев, сколько на внешней бытовой интриге. Материал не философский, не психологически глубокий, это фарс. Вот. Но мы приблизили, соединили наше время и то, потому что пьесе 129 лет, а ничего не изменилось с человечеством, ни на секунду не произошло между взаимоотношениями родственников и деньгами. В основе пьеса французского писателя Эмиля Золя. Ближайшие показы спектакля 5 и 18 марта. Комедия-фарс в двух актах, продолжительность 2 часа, плюс антракт. Цена билета 7-10 рублей. Ольга Васенда, Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.